Не пугайтесь, там всего три человека. Раздевайтесь, ребят. Проходите, раздевайтесь. Татьяна Николаевна, у вас кухня там, да? Направо. Девочки, девочки, все на кухню быстро. Спасибо. Ушло? Татьяна Николаевна, я клюку достала. Давайте кисточку, да? Ничего не надо, девочки, у меня все есть. Я болела с комфортом. Только вчера мама уехала. Ничего, ребят, мы с вами все успеем. Вот напишем сочинение, и потом я вас легким сердцем провожу на работу. Девочки остаются в городе, а мы в колхоз, поближе к народу. Будем там пилить, стругать, гвозди заколачивать. Ребят, а где Роман и Катя? Все вместе. Но вас не должно расстраивать, Татьяна Николаевна. С ними случаются такие странности. Временами они растворяются вообще, в пространстве. Ужасно смешно. В ее огород. Не пугайтесь, там всего три человека. Раздевайтесь, ребят. Проходите, раздевайтесь. Татьяна Николаевна, у вас кухня там, да? Направо. Девочки, девочки, все на кухню быстро. Спасибо. Ушло? Татьяна Николаевна, я клюку достала. Давайте кисточку, да? Ничего не надо, девочки, у меня все есть. Я болела с комфортом. Только вчера мама уехала. Ничего, ребят, мы с вами все успеем. Вот напишем сочинение, и потом я вас легким сердцем провожу на работу. Ребят, а где Роман и Катя? Все вместе. Но вас не должно расстраивать, Татьяна Николаевна. С ними случаются такие странности. Временами они растворяются вообще в пространстве. Ужасно смешно. В ее огород.